Всем привет! Меня сегодня, как главного домовенка Кузю на сливках, отправили в нейл-студию Infinity. Она вот находится в Александров Пассаже. Это напротив библиотеки национальной. Свои страшные ногти я покажу в следующем сторисе. А пока пойду. Студия находится на первом этаже. Так что найти ее очень просто, поэтому вот. И вывеска большая. Смотрите, какая стильная модная студия. Здесь можно пилить очень красивые фоточки, я так понимаю. Я думаю, я присяду здесь. За что я больше всего боюсь, это за то, что у мастера не будет сердечного приступа из-за состояния моих ногтей. Потому что они очень страшные. Реально страшные. Давайте будем честными. Ну все, мои страшилдосы обработали. Уже более или менее обработали. И дали выбрать палитру. Посмотрите, какая она огромная. Офигеть, а как тут определиться? Смотрите, какая красота сумасшедшая. Ну что, угадайте, какой цвет я выберу? Давайте, яркий или какой-нибудь пастельный. Кто угадает? Так, принесли мне кофеек. Сохнет вот рука моя. И заодно еще клипы под музыки. Вообще идеально. Ну и что тут за красота? Мне тут показали, какие можно сделать на ногти всякие штучки, рисунки. И у меня глаза разбежались. Я кажется, сойду с ума, когда буду выбирать, потому что я все такое обожаю просто. Как творятся чудеса. Вот и все. Так быстро пролетело время. Я вот с такой красотой покидаю Infinity. Говорю, до свидания. Не прощаюсь. Говорю, гигантское спасибо. Все, спасибо, Анастасия. Все. До свидания. Я реально безумно довольна, что меня, как домовёнка Кузю, превратили в девочку настоящую с такими ногтиками. И хочу сказать, что вот такой маникюр с долговременным 23 рубля стоит. Прекрасно.